В эти дни на Алтае отмечают 70-летие краевой писательской организации. Это праздник не только для писателей, для всей культурной общественности, для тех, кто любит книгу. Мы не раз говорили о книгах и чтении, о судьбах современной литературы и писателей, особенно провинциальных, что вполне понятно. Но сегодня особый повод, праздничный и приятный. Это программа «Ваша партия», и я ее ведущий Артем Кудинов. А в гостях сегодня писатели, министр культуры Алтайского края, поэт Елена Безрукова. Елена Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Председатель правления Союза писателей России, прозаик, публицист, наш московский гость Николай Иванов. Николай Федорович, спасибо, ждали вас несколько раз, но вот болезнь помешала приехать, наконец. Да-да, я Долог должен был 17 июня приехать, да, я эту дату запомнил, поэтому... И руководитель краевой писательской организации, писатель Анна Самойлова. Анна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть, тем более у нас вдвойне приятный повод с вами встретиться. Ну, господа, наверное, первый вопрос к нашим алтайским гостям. Коли уж речь зашла о 70-летии краевой писательской организации, как отмечается это событие в крае? Елена Евгеньевна, ну давайте, наверное, с вас. В дату самого 70-летия главным событием является, ну, скажем так, торжественное мероприятие, которое... решено было, соблюдая определенные традиции, провести в театре «Кукол сказка». Но сейчас у нас театр новый, а когда-то именно это учреждение профессионального искусства было принимающей площадкой для многих писательских организаций. И наши коллеги вспоминали, как 10 лет назад юбилей справляли на этой площадке. Поэтому вот такая связь решено было именно здесь провести. Конечно, ни один юбилей не обходится без наград, и сегодня... Многие люди будут отмечены заслуженными наградами, потому что писательский труд... Елена Евгеньевна, сразу перебью. Да. Мы снимаем 22 ноября, так. Выйдем в эфир 25. Да. Поэтому есть, слова сегодня... Поэтому да. 22 ноября, да. Это вот сегодня состоится торжественная часть, неофициальное мероприятие и так далее. Да, извините. Будут вручены торжественные награды людям, которые своим литературным и общественно-просветительским трудом заслужили это. Ну и есть ряд событий, которые сопутствуют этой дате. Это, конечно, и творческие встречи, потому что юбилей писательской организации празднуется не только в эту дату, но с помощью гранта губернатора в сфере культуры писательской организации выделены средства, которые позволяют провести ряд творческих встреч по краю. Плюс у нас есть отдельные проекты. Например, недавно мы рассказывали о том, что на площадке Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая открылась, и сейчас еще работает выставка портретов некоторых наших уже ушедших из жизни и ныне работающих писателей. И этот проект будет носить такое... характер продолжения, да, потому что в следующем году еще портреты некоторых писателей мы планируем создать. Анна Александровна, ну, насколько я знаю, события не ограничиваются ноябрем месяцем, по-моему, целый год, в общем, такая большая юбилейная программа. И летом было большое мероприятие, на которое вот Николай Федорович ожидали, он, к сожалению, не смог приехать. Но руководители региональных организаций Союза писателей приезжали в гости к нам. И большой семинар был молодежный, да, по-моему, прозаиков, да. Поэтов и так далее. То есть все, большая программа, вот насыщенная в течение всего года. Вот коротко расскажите. Писательская... И все это как бы благодаря... Благодаря гранту, благодаря поддержке нашего министерства, нашего правительства. Писательская организация большая. У нас сейчас на учете состоит 57 человек. Вот. И за вот все время, сколько, за 70 лет существования писательской организации было сделано очень много для культуры Алтайского края. Очень много. И поэтому понятно, что вот одним днем отметить юбилей такой большой организации, ну, просто невозможно. Вот. И на грант нашего правительства мы провели выездной секретариат, у нас был семинар, как вот вы правильно сказали. У нас писатели наши поездили по районам края с выступлениями, книги повезли, подарили. Везде очень тепло нас встречали, несмотря на то, что там ограничения, люди очень хотели прийти. То есть писательское слово востребовано, аудитория была, и везде просили там, приезжайте еще, мы там хотим вас слышать. Хорошо, ну, московскому гостю нашему, Николай Федорович, алтайская литература, что для вас, какими именами связываете вот это вот сочетание двух слов, какие ассоциации, может быть, возникают? И продолжение темы сразу, современная литературная провинция,
что там происходит интересного, какие имена возникают новые, с какими проблемами сталкиваются литераторы, работающие в регионах. Я у вас, знаете, как руководителя... Ну, я здесь сразу категорически с вами не соглашусь. Провинция литературная... Вы знаете, в литературе нет провинции. Есть качество материала, есть книга и есть имя. И неважно, в Москве эта книга написана, или в Барнауле, или в Южно-Сахалинске. Поэтому мы бы не сказали, что у нас есть какая-то провинциальная литература, есть столичная литература. Вы знаете, мы 2 года назад учредили почетное звание «Литературный город России». И вдруг оказалось, что этими званиями мы наградили, вот первых 10 мы наградили, это все, как вы сказали, провинциальные районные города, даже не областные. Это Ишим, Тюмень, да, это Трубчевск, Брянская область, это Тара, Омская область и так далее. Поэтому я бы даже сказал, если уж затронули слово провинция, да, провинция держит литературу, провинция держит нравственность в литературе, провинция держит качество слова и уважение к слову в литературе, да. Поэтому... писательский стол, он выше неба, да? Алтайский край на литературной карте России. Что? А он есть. Что для вас? Он что, есть. Какие это... имена возникают, знаете, у вас? Я много сразу поездил. Первая ассоциация? Нет, ну, первая ассоциация, это у любого, это естественно, это правильно, это гордость, это, конечно, Шукшин. Даже не сомневаюсь. Абсолютно. Вот это естественно, и было бы странно, если бы я не назвал это имя там и пошел, да? Это Роберт Рождественский, это Мерзликинское чтение, Мерзликин, да? Угу. Это три имени, которые, вы знаете, если есть иногда направление там, в литературе, да, то здесь на Алтае создался такой своеобразный купол, купол защитный духовности и нравственности, да, который вот эти три имени держат между собой. И поэтому вот эти три имени, они объединяют. И у нас, по-моему, только на Алтае всероссийские литературные чтения – только три, да? Только на Алтае так, да? Mm-hmm. Поэтому Алтай для нас дорог. За Алтаем мы так присматриваем, как за каким-то определенным эталоном, и ориентируем других. Николай, все-таки о проблемах. Ну, конечно, писатели у нас везде есть. И в больших городах, и в маленьких хорошие. Ну, понятно, что где-то издаваться проще, где-то сложнее, где-то издательств больше, где-то меньше. Финансовые возможности у регионов разные. Какие все-таки общие проблемы есть у провинциальных? Я настаиваю все-таки, что есть провинция, есть метрополия. Москва, там мегаполисы какие-то крупные. Наверное, жизнь писателей, творческая жизнь отличается, культурная в том числе. Я бы сказал, в регионах, да? Давайте, да, да, в регионах, да. В регионах, в регионах, да. Конечно же, проблем много. Проблема первая, может быть, она общая. Нет таких определенных единых правил игры, так скажем, в литературе и отношению к писателям, да. То есть вот я езжу, допустим, по 5-6 командировок в месяц. Это не потому, что я хочу вот посмотреть Россию, или я езжу, да, мне делать нечего, да. Просто в каждом регионе приходится договариваться конкретно с властью, с губернатором, с правительством, чтобы... То есть правила в этом... игры в Здесь взаимоотношениях мы... между творческим союзом и властью, да? Все так? Решается, в принципе, в регионах сейчас. И в том числе литературный процесс и управление определенным им, да, это решается в регионе. И поэтому, да, приходится вот так часто встречаться. Ну, даже получается, что в некотором регионе вроде все договорилось, вроде пошло все, все нормально. Меняется губернатор, меняется команда и меняется отношение. И не всегда в лучшую сторону. Ну, слава богу, что, на мой взгляд, вот у нас таких вот, у нас как-то такие прочные и хорошие взаимоотношения между властью и творческим союзом. На мой взгляд, я не утверждаю. Евгений, ну, в связи с этим, в продолжении темы, вопрос вам. А как краевая власть помогает нашим писателям в целом, не говоря уже, так сказать, вот про конкретные ситуации с юбилеем, с этим, об этом говорили. Ну и, наверное, расскажите об издательских проектах для писателей. Что самое главное? Чтобы их издавали, наверное, книга. В первую очередь. Да. О литературных проектах, ну и частично, может быть, о фестивалях, Николай Федорович коснулся, чтениях там и так далее. Пожалуйста. Ну, у нас на Алтае сложились некоторые свои традиции. Они хорошие, насчитывают, кстати, даже не годы, а десятилетия.
Это, конечно, и Шукшинские чтения, которые инициатива, с одной стороны, народная, а с другой стороны, писательской организации. И власть поддержала. Надо тоже про это не забывать. Крайком партии. Да, конечно. Те же рождественские чтения, которые возникли, ну вот уже в наше, так скажем, время, когда уже я работала, они ведь тоже возникли, скажем так, с малой родины, но при поддержке власти превратились во всероссийский фестиваль. И надо сказать, что, в принципе, литературных чтений на Алтае, наверное, больше, чем 21. Где-либо. И даже мы один раз собирали круглый стол посовещаться между собой. А столько надо. Но люди, приехавшие с территории, представляющие малую родину писателя, знаете, как грудью закрывали эти чтения, потому что оказывается, что эта тема, эта мемориальная библиотека и эти чтения ну, являются неким культурным эпицентром для развития и для школьников, и для взрослых. Поэтому отстояли у нас по-прежнему их больше 20. Конечно, говоря о писательской теме, нельзя не сказать о том, как издаются у нас. Многие регионы нам завидуют. Да, кстати, сложились. Не везде есть такие издательские проекты. Еще при Александре Богдановиче Карлине два крупных издательских проекта, которые поддержаны и сейчас, и развиваются. Они продолжаются, это, по-моему, успешно. Да, это у нас есть такой, причем губернаторский издательский совет, который формирует пятилетние планы, серии, наименования там меняются, но тем не менее... Каждый год на 5 лет вперед мы знаем, что мы будем издавать, и мы можем что-то добавить или немножечко модернизировать. Ну, самое известное — «Алтай. Судьба. Эпоха», по-моему. Ну, да, «Алтай. Судьба. Быть. Эпоха», она как-то так выстрелила, известна всем. Хотя, например... Это наш региональный ЖЗЛ такой, можно сказать. Тот же девятитомник Шукшина или шеститомник Гременщикова, или серия, которая позволяет издавать литературное наследие писателей минувших лет, все это издается именно в этом пакете. И надо сказать, что это целая система, не только издание, но и сопровождение книги и ее распространение, потому что они поступают в библиотеки, в школьные библиотеки и сопровождаются целым циклом просветительских мероприятий, чтобы не просто издали и дальше не понимаем, куда книга пошла. А для того, чтобы работающие сейчас писатели имели возможность издаваться, а не конкурировать с классиками, потому что это бессмысленно, существует еще издательский конкурс краевой. Да, наверное, потребность в издании у писателей больше, да, чем сейчас, позволяет издать. Но, тем не менее, 7 книг в год по разным номинациям конкурсная комиссия отбирает, читает рукописи и издаем. У нас есть несколько журналов, исторически известный с давней историей литературный толстяк наш – это «Алтай». «Бийский вестник» тоже можно считать именно таким литературным толстяком. Ну и наш профильный журнал «Культура Алтайского края» тоже содержит литературный блок. Ну и говоря о поддержке писателей, потому что вопрос был задан так, есть и другие меры поддержки. Ну, например, определенные средства выделяются для того, чтобы иметь возможность направить писателя на тот или иной фестиваль или конкурс. Да. Мы выделяем гранты, но надо сказать, что мы же можем выделить гранты только организации, которая существует как юридическое лицо, и надо отдать должное, что вот Анна Александровна, когда выбрали ее руководителем, она воссоздала статус писательской организации, и теперь он твердо вошел в грантовую повестку, в грантовую поддержку, и это, конечно, позволяет реализовывать многие сложные задачи. Анна Александровна, Николай Федорович, с вашей точки зрения, какова сегодня миссия и роль вообще Союза писателей, ну, в современной культурной жизни и в том числе в регионах, может быть? Николай Федорович, ну, давайте начнем, так сказать, с общероссийской. Эти миссии мы определяем для себя. Зачем он нужен вообще, скажем так? Вы знаете, я рассчитываю, что Союз писателей России – это такое всероссийское экспертное сообщество. Во-первых, да, мы можем давать оценку произведениям, мы можем давать оценку литературному направлению, литературному труду отдельных писателей и вообще направлению, которое может быть просто оцениваться. Да. Вот. Поэтому мы, опять же, не громкие слова, но мы себе поставили планку. Мы духовная безопасность Отечества. Ни больше, ни меньше. И вот это, вот с этой чувство ответственности мы и рассматриваем и свою деятельность, да, мы рассматриваем и в каком направлении мы работаем, и мы рассматриваем качество наших книг. Вот только так. Александровна, в регионе в чем вы видите цели и миссия, может быть, Алтайского отделения Союза писателей? В первую очередь, поддержка, ну и финансовая в том числе, писателей. Вот, за то больше время... социальная функция, социальная, наверное, здесь. Да. То есть больше профсоюз, так, в кавычках, чем такое вот творческое. Ну,
То есть там выступление и какое-то, это тоже есть, но у нас сейчас это не, ну, не так важно. Важно поддержать писателей. Конкретных людей. Конкретных людей. Да. Кому-то материальную помощь выхлопотать, кому-то стипендию вот, от правления Союза писателей выхлопотать, кому-то награды какие-то, где-то там письмо поддержки надо, кого-то номинировать на премию, потому что сейчас на многие премии... Более такие приземленные. Менее стратегические, более приземленные. Ну, это, наверное, правильно, Николай Александрович. Александр, она так, знаете, по-матерински, она человек такого склада начала с этой темы. Ну, поверьте, это далеко не единственное. Потому что и экспертным сообществом писательской организации тоже выступает. Потому что, ну ладно, я какое-то там отношение... Творческие конкурсы, они же высказывают, да. Ну, вот поступает, я не знаю, рукопись, да, или там стихи, или проза, или ну кто-то что-то написал. Ну, вот раз и к губернатору. А кто должен сказать, это хорошо или плохо? Кто это должен сказать? Нередко мы отправляем это в Союз писателей, кто-то из известных писателей, который имеет опыт, авторитет, может действительно дать свое некое экспертное заключение. А потом ну, просветительская миссия как без нее, потому что прекрасно, конечно, книга работает сама по себе, но ведь сопровождать книгу и нести слово, в том числе устное слово писателя, это тоже важно. А кто должен консолидировать этих людей, объединить, организовать эти поездки, организовать выступления? Это во многом дело писательской организации. Николай Федорович, снова к вам, как руководителю Творческого союза. Что вас сегодня радует, что огорчает в сегодняшней литературной жизни России? Есть какие-то горести, радости? Ну, знаете, живой организм, конечно же, есть и то, и другое. Радует молодежь, как ни странно. Вот много говорят о молодежи, молодежи. А молодежь кстати, мы говорили о провинции. Очень много молодых писателей как раз молодежь выходит на... Молодежь радует. И только потому, что мы сумели выстроить систему работы с молодыми. Мы не просто вот человек где-то... что-то написал, мы его заметили, да, и он где-то на семинаре побыл, дальше нет. У нас выстроена система сначала областные совещания, затем межрегиональные, затем они уже рекомендуют на всероссийское совещание молодых писателей, и всероссийское совещание – это уже тот уровень, с которого можно давать рекомендацию Союз писателей России. То есть такие творческие профессиональные лифты, это рост. И самое главное, что после этого, если мы посмотрели, ребята приехали на всероссийские совещания, да, мы их не забываем, мы их не теряем, и они остаются в поле нашего зрения, и писательские организации в регионах, они как раз живут именно... Это радует, а что огорчает? Огорчают наши вот это... Огорчает, вот если по-государственному говорить, то, что Союз писателей и литературу сейчас передали Министерство цифрового развития. Понимаете, мы... Вы серьезно, что ли? Да, то есть функция есть, да. Вот мы сейчас молимся, как мы говорим, на регионы, и молимся на провинцию, и молимся на министра культуры и тем, кто управляет в регионах. Потому что нас отдали вроде бы нашу функцию литературную, Министерство цифры. Мы не цифра, мы буква, мы дух. Но и вот все, ведь все площадки Министерства культуры, библиотеки, да, все площадки у них, да, все наши связи наработаны с Министерством культуры. Цифры иной раз в регионах нет, а культура есть, да. Поэтому вот это меня огорчает, но это тот уровень, на который решать на уровне правительства. Ну, это все решаемый этого. Вопрос. Перепочиняют, поэтому вот это есть огорчение вот в этом, да. Все остальное в работе. В очень порядке мы все делаем. Поэтому есть литературный процесс, работают в регионах и работают очень хорошо. Могу сказать, вот я приехал, штрих такой. Вот если раньше ездил, допустим, 4 года назад, да, когда приступил к исполнению обязанностей, вот я приезжал в регионы, где-то побыл, не был... Побыл, да, и уехал, да. Сейчас практически во всех регионах меня проходит встреча с губернатором. Или заместителем. Дай бог память, послезавтра, по-моему, встреча. Планируется встреча с губернатором и здесь. Вот это меня это радует. Меня это радует, потому что что-то сдвинулось у нас в обществе, да, на литературу, на культуру стали больше обращать внимание. И вот эти встречи в регионах с главами регионов, с губернаторами, да, они дали мне понимание, штрих того, что что-то сдвинулось, что-то есть хорошее, ну, положительное. Дай-то бог. У меня ко всем участникам вопрос. Вот вы все занимаете какие-либо должности, либо общественные, либо, как Елена Евгеньевна, государственные, да? И тем не менее являетесь писателями, поэтами,
публицистами, прозаиками и так далее. Вот как, не мешает ли государственная и общественная работа, как удается сочетать вообще и творчество, и вот эти вот обязанности свои? Ну, Елена Евгеньевна, давайте с вас начнем. Я думаю, мне кажется, у вас успешно все. Я думаю, что это недавно встреча в Бийске, я слежу за вашими... И мешает, и помогает в то же время, смотря как к этому относиться. Потому что, наверное, мышление пишущего человека, оно и из жизни, и из всего черпает. Ну, это какой-то опыт все равно, да, я так думаю. Поэтому мне не мешает. Ну, по-разному бывает, но у меня жесткое расписание. Я с утра встаю, пишу роман, а потом уже вся остальная жизнь. Ну, вот, главное дело сделано. Николаевич, с утра пишете роман? С утра я встаю, пишу докладную записку в прокуратуру. В ДЭС. Переписка с прокуратурой – это своеобразный роман может вообще быть в письмах. Понимаете, приходя на эти должности, мы прекрасно понимаем, что будут какие-то ограничения. Да, временные особенно, в первую очередь, потому что... Приходится чем-то жертвовать. Приходится чем-то жертвовать, но, конечно же, мне важнее, вот лично для меня важнее, что у меня запись в трудовой книжке, не я председатель Союза писателей России, а мне важнее, на книжной полке стоит книга, на которой написано Николай Иванов. Да? Это, конечно, для меня важнее, но в какие-то моменты время падает на наши плечи и говорят, это твое. Ну, это служение. Это как в армии, ну, да? Наверное, надо? Да, да, да. Если будем обижаться... Своеобразные погоны на плечах. Будем обижаться на жизнь, она пройдет мимо, да, поэтому... Вопрос, естественно, который часто задаю своим гостям, надо сказать. Что читаете сейчас и что посоветуете нашим телезрителям обязательно прочесть из современной российской литературы? Ну, Николай, давайте, может быть, с вас начнем. Знаете... Что читаете? Вот, может быть, у вас что-то прямо вот... В самолете сегодня летели, что-то листали? У меня больше энциклопедические словари. Потому что я работаю больше такой в документальной прозе, да, ну, по крайней мере, основываясь на каких-то документальных событиях, да, поэтому у меня справочники, словари, воспоминания, мемуары, это для меня, это для работы. То есть просто читать, мне хватает рукописей всероссийских конкурсов всевозможных, которые я должен тоже читать, оценивать и смотреть. Это поток, но, в принципе, свои приемы есть, наработки есть, и, ну, не так страшно. Это должно быть. Я бы порадовался и предостерег от чего. Мы иногда увлекаемся сетевой литературой. Особенно сейчас. Когда мне говорят, ой, мы пригласили этого человека, потому что у него там 1000 лайков. Вот лайки погубят нашу литературу. Мы заигрались в эти лайки. Мы заигрались в есть литература, а есть экспресс-чтиво, которое вот продвигаемся. Да? Вот не дай бог нам скатиться вот на такую оценку. Ну, порекомендуйте что-то. Вот, значит, главный писатель России. Главный писатель вот только потому, что только потому, что я главный писатель России, я не имею права называть имя. Я себе запретил это делать, потому что я сейчас приеду в Москве, а мне мой друг встретил, что а почему меня не назвал? Поэтому я закрываю. Я рекомендую, знаете, вот есть патриаршая премия, да, высшая духовная премия. Вот возьмите лауреатов патриаршей премии, да, и посмотрите. Кто там? К премиям ко всем сейчас отношусь большим. Смотря каким премиям. Мы говорим, да, вот у нас, в самом деле, я сказал, что мы экспертная оценка, да, но если там премия, там, ну, условно, поэзия, да, где руководит Чубайс, да, я понимаю, что там нет писателей, да, там больше эмоций и там больше даже политика. Я так скажу, да, но там, где в премиях присутствует, извините, мы сейчас учредили премию, Арктическая премия, мы ее учредили Союз писателей России и правительство Мурманской области, мы учредили премию «Чистая книга», Архангельское, правительство Архангельской области, да, и Союз писателей России, извините, здесь не забалуешь. Так, хорошо, понятно, будем читать книги, которые вошли там в шорт-лист патриаршей премии, да, правильно? Да, так, да. Так, вот, как вариант. Да. Хорошо, Анна Александровна, что? Я очень много читаете молодых. И что посоветуете? Я если можно покороче. Много, да, я читаю очень много молодых, и тех вот, и нашу алтайскую молодежь, Анастасию Шинакову, Елену Шагака, замечательные яркие прозаики. То есть вы советуете коллег по алтайской литературе читать их в первую очередь? Молодых и не очень молодых.
Вот, потому что у нас проблема в том, что мы часто не знаем творчество своих коллег, тех, кто рядом. Вот, ну, поэтому в своем давайте, отечестве пророка нет, как, это давно как обычно, да. Ну, я не знаю этого человека, но он же наш. Что там он может написать? Давайте почитаем, ну, что для он нас напишет. Москвичи, пермяки, а своих, как говорится, вот да. Они рядом, а мы их не читаем. Елена Евгеньевна. Ну, сейчас на моей прикроватной тумбочке лежит книга Михаила Щукина. Это лауреат Шукшинской премии этого года. И я скорее соглашусь с Николаем Федоровичем, что шорт-листы все-таки дают определенное представление. Просто надо понять, шорт-листы чего. Поэтому, в свою очередь, сказать, что то, что входит в шорт-лист Шукшинской литературной премии, это весьма достойные авторы и достойная литература, и многие из них, да, и не многие, а все, по-моему, они не проживают в Москве, они проживают в регионах, и тем не менее, зачастую это очень мощные люди, титаны, писатели. Читайте Михаила Щукина. Да? В том числе. Еще раз пишу Шукшинской премии. Хорошо, господа, мы будем завершать. К сожалению, наше время подходит к концу. Всех алтайских писателей, читателей с праздником. Ну и особенно, я не забыл, Николай Федорович, ваша почетная обязанность поздравить Анну... Это не обязанность, это, знаете, такое да, приятное. Движение, движение души. Да, да, да. Анна Александровна, просто удивительно, что сегодня день рождения ваш. Как это, раз... это она специально это... и день рождения организации да, 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 сделала, да. И наш эфир сделала. Ну, это да, ее право, того, в конце чтобы... концов, да. Конечно. Поэтому мы вас, Анна Александровна, от души поздравляем. Поздравляем. Ну, а всем писателям... Спасибо. Всем писателям новых книг, больших тиражей, достойных гонораров, спасибо, ну а читателям увлекательного чтения и любви к литературе. На этом, господа, все. Читайте хорошие книги и не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго, встретимся через неделю.